Сегодня мы утвердили концепцию формирования общего финансового рынка ЕАЭС, заложив основу для обеспечения свободного движения капитала и услуг. Организация такого рынка должна быть сопряжена с цифровизацией. Это позволит развивать передовые финансовые технологии и сделать доступнее весь спектр подобных услуг. Нам, безусловно, будет полезен взаимный обмен опытом в данной области. В Союзе немало сделано для цифровой трансформации экономики. Создание экосистем для таких секторов, как торговля, промышленная кооперация, развитие транспортных коридоров, занятость, а также для обеспечения прослеживаемости движения товаров. Данное направление набирает обороты. И пора его упорядочить, дополнить соответствующими нормами договора Союза. Одновременно нужно обратить внимание на вопросы информационной безопасности, выработать единые стандарты и форматы взаимодействия. Что касается общего признания электронных цифровых подписей на пространстве Союза, то эту проблему следовало урегулировать уже давно. Иначе невозможно вести речь о цифровом будущем.